Впервые в нашем городе с большим успехом прошли атомные состязания. Проект разработан и реализован при поддержке Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» и Департамента образования Заречного. Мероприятие проходило в рамках празднования 70-летия атомной отрасли России. На предприятиях госкорпорации широко отметили День атомщика. И если для взрослых прошли торжественные вечера и концерты, то для подрастающего поколения Заречного были проведены атомные состязания. Уникальность этих соревнований состоит в том, что главными действующими лицами стали подростки. И мы посчитали, что, наверное, больше всех заинтересованы в этом юбилее подрастающее поколение «Росатома», то есть юные молодые жители городов системы государственной корпорации, потому что сегодня они учатся в школах, а завтра они придут на заводы государственной корпорации для того, чтобы продолжать дело. Соревнования длились 5 дней. Каждый день был посвящен великому деятелю атомной отрасли. В состязаниях участвовали 10 команд из 8 школ города, по 8 человек в команде. Первый день состязаний был посвящен академику ТАМУ, советскому физику, лауреату Нобелевской премии и заядлому туристу. В этот день ребята демонстрировали свои физические способности, проходя 11 испытаний. Каждый стремился прыгнуть выше, пробежать быстрее, выполнить задание лучше всех, потому что из результатов каждого участника складывались итоги всей команды. Было сначала страшно. Мы прошли, держали гантельки на руках, футбол, прыгалки. Палатка. Палатка. Самое сложное, наверное, было держать гантели на руках. Потому что руки устают сильно, и они тяжелые, их тяжело держать. Да, а еще спортивный ребус был. Вот. У нас было несколько конкурсов. Самое сложное было, это когда нужно было тащить 200 метров, 16 килограмм, мальчишкам 24. Второй день соревнований был посвящен академику Курчатову, одному из создателей атомной бомбы. Это испытание с элементом спортивного ориентирования и использованием технологий QR-код. Действия происходили в зоне отдыха «Солнечная». Чтобы получить пакет со всем необходимым и начать испытание, ребята должны были разгадать ребус и с помощью специальной программы, установленной на телефон одного из членов команды, найти место, где нужно выполнить задание. Все действия команд фиксировались на камеру телефона и выкладывались в интернет, где по качеству и времени выполнения определялась команда-победитель. Сегодня мы делали, украшали мост, поздравляли, писали на асфальте 70 лет Росатому, с днем рождения, желали там успех и счастья, всего при всего. На атомных состязаниях очень важна командная работа, ведь принципы соревнований близки к ценностям госкорпорации «Росатом». Единая команда, безопасность, уважение, ответственность за результат, эффективность и на шаг впереди. Результаты каждого из участников составляют место в рейтинге у всей команды. Победа в каждом состязании, ваша индивидуальная победа будут вести вас и вашу команду к званию команды победителя атомных состязаний. Главная задача все же – это получить удовольствие, показать все свои самые разные таланты, доказывая, что у атомного будущего России есть достойная смена. Третий день организаторы проекта посвятили академику Харитону. Этот день один из самых насыщенных и сложных. Школьники одновременно принимали участие в 3 дисциплинах. Команда из 4 человек участвовала в киберквесте. Темы были совершенно разные, но все они связаны с атомом. Атомный ледокол. Морское судно связано с силовой установкой. Построено специально для использования воды. Круглогодичных покрытых льдом. Наша тема – это использование ядерного оружия, и мы хотим рассказать вам про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Две девушки демонстрировали свои способности в кибертанцах.
это было очень сложно, но в то же время было очень весело. Нужно было повторить движение максимально четко и сделать это лучше, чем твой напарник. Остальные члены команд проявили себя в компьютерной игре «Рассвет наций», «Троны» и «Патриоты». Мы играли в стратегию, то есть это жанр компьютерных игр, где надо развивать свою нацию, делать войска, поселенцев, всякие казармы, конюшни, ну, в общем, развиваться. Прелесть в том, что обычно в эту игру играешь с компьютером, а тут ты реальный человек, от которого не знаешь, что ожидать. То есть он может так сделать, а может по-другому сделать. И в этом-то весь интерес. Технологии можно по-разному прокачивать. Четвертый день имени академика Александрова проходил интеллектуальный тур. Ребята разделились на две команды. Одна из них участвовала в интеллектуальном конкурсе. Юные зареченцы отвечали на вопросы по темам «Знаменитые люди», «Кодекс», «История» и «Города Росатома», «Известные физики» и «Сама наука физика». За правильные ответы команда получала баллы. Но сложность игры заключалась в том, что за неправильные ответы баллы вычитали из копилки каждой команды. Остальные представители школы играли в шахматы. Женщина, которая стала тем, кем больше никто не может стать. Вы уверены? Дело в том, что если вы ответите неправильно, будет минус. Итак, капитан поднял команду. У нас 221 и была первая. Кто это? Космонавт Терешкова. Великолепно, совершенно верно. Это действительно Терешкова. Я прям про Росатом, я очень много узнала про историю Росатома. Наверное, до этого я практически ничего не знала. Вот благодаря вчерашнему туру я узнала очень много. И про физиков, и про историю, и про Росатом. Пятый день стал особенным. Он посвящен советскому конструктору бронетехники ядерного и термоядерного оружия генерал-лейтенанту Духову. На футбольном поле развернулись настоящие военные действия. Ребята приняли участие в военно-тактической игре «Лазертаг», которая стала одним из самых интересных и захватывающих этапов атомных состязаний. Каждая команда прорабатывала тактику и стратегию, чтобы победить. С такими технологиями играть более приятно, тем более, что все это идет на автоматическом режиме, все считает компьютер. Ну, мне понравилось. Это, да, я бы еще раз сыграл, конечно. Для ребят прошел еще один конкурс. Заочно участники создавали видеоролики, где поздравляли работников госкорпорации с юбилеем. Клипы можно найти и посмотреть в YouTube. Работы получились интересные и разнообразные. Каждый участник вынес что-то из этих соревнований для себя. Во-первых, опыт участия в таких конкурсах, потом эмоции, прежде всего радость, потому что смех, мы смеемся, улыбаемся, нам это все очень понравилось. Самое, наверное, главное – это то, что мы стали командой, то есть мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, то есть если что-то случается, идет не так, как нужно, мы не кричим, не ругаемся, мы относимся ко всему с уважением. Если ты выполнишь какое-то состязание лучше, то ты знаешь, что ты лучше. Музыка.
госкорпорация «Росатом» использует новые современные технологии и интересные веяния науки в своей работе. И поэтому не случайно на атомных состязаниях использовались новейшие достижения науки и техники. В этом и состояла уникальность проекта. Все соревнования были проведены с использованием новейших технологий, начиная с программы QR-код и заканчивая лазерными винтовками для игры «Лазертаг». Мы постарались, если уж мы говорим о том, что «Росатом» – самая современная корпорация, передовая, то как можно больше элементов вот этого вот чего-то передового и нового мы постарались объединить в нашем проекте. Техника помогает нам, чтобы мы ее смогли ей воспользоваться. Сначала нужно любую программу установить, потом понять, как она работает, и сделать так, чтобы разобраться в ней. Ребят наградили за каждую дисциплину. Первые, вторые и третьи места были как в личном первенстве, так и в общем рейтинге команд. Чемпионом атомных состязаний 2005 года признана команда «Я» школа номер 222. Аплодисменты. Я думаю, что вся команда должна подойти, и я назову имена всех победителей. Шкердин Владислав Евгеньевич, Шибаев Александр Сергеевич, Рудаков Сергей Дмитриевич, Лукошин Павел Андреевич, Рязаева Анна Дмитриевна, Платонова Анна Алексеевна. Если проект будет продолжаться, значит, будут равняться на вашу команду. Поэтому первые лидеры, первые ласточки и первый кубок ваш. Аплодисменты команде победителей. Школа номер 222. Большое спасибо. Я думаю, всей нашей команде очень понравились эти состязания. Работали очень слаженно, было интересно. Спасибо организаторам. Очень большая база появилась по ученым «Росатома», по ядерной энергетике, по истории, по физике. Я довольна результатом, потому что хотелось победить. И когда только начиналось все, так прикидываешь в голове, думаешь, ой, как хорошо победить. А сейчас, получается, побеждаешь, и как-то на душе уже тепло. Вполне возможно, что атомные состязания станут традиционным мероприятием нашего города. В перспективе мы планируем, что, конечно, может быть, состязания будут расширены, добавятся еще имена деятелей атомной отрасли, какие-то направления современные, интересные для молодежи, может быть, что-то связанное с робототехникой, 3D-моделированием и так далее. Может быть, журналистика в каком-то формате войдет туда, в заочном или очном варианте. Уважаемая госкорпорация «Росатом», к вам обращаются участники атомных состязаний, посвященные 70-летию атомной отрасли России. Наши состязания проходили 6 дней. За это время мы поняли, что самое главное – это всемирная, единая, добрая, грандиозная атомная безопасность. Российская удача формирует современные таланты. И жизнь, хорошо обеспечивающая заработная плата интеллектуалов. Ура! Ура!